Всем привет! Меня зовут Юлия Краска, я йога-тренер, и сейчас я вам расскажу, почему йога так полезна для нашего тела, для организма и вообще для всей нашей жизни. Йога помогает, это практика, которая помогает выстраивать внутреннюю опору и раскрывает энергию в нашем теле. В 6 главе Бхагавад-гиты, самого авторитарного источника йоги, Шри Кришна говорит о йоге как о пути к освобождению от горя и страданий, и я абсолютно соглашусь с этим. Йога помогает развить все аспекты в нашей жизни и все аспекты нашего тела. То есть физический, психологический, энергетический и духовный аспекты затрагиваются благодаря йоге и улучшаются в процессе практики, в процессе развития. На физике путем асан и дыхательных практик мы улучшаем, увеличиваем мускулатуру тела. На физическом уровне через асаны мы улучшаем работу тела, улучшаем гибкость, силу. Все йоги достаточно такие худенькие, но поверьте, мы очень сильные, потому что йога укрепляет внутренние глубокие мышцы и сухожилия. Йога предполагает развитие дисциплины, воли, физической силы, интеллекта, развитие своего эмоционального состояния. Йога учит гармонии и балансу путем дыхательных практик, медитаций, асан, концентрации внимания. Мы приходим к балансу физическому, энергетическому, к раскрытию своей духовной силы, к восприятию жизни через осознанность и благодарность ко всему тому, что происходит. Йога – это прекрасная практика, которая помогла мне выстроить внутреннюю опору и улучшить свою жизнь, которая помогает моим ученикам делать то же самое, улучшить свое физическое тело, исцелить здоровье, снять напряжение со спины, со всего тела, улучшить концентрацию внимания, что очень важно сейчас в нашей жизни. Поэтому я считаю, что йога – это одна из лучших практик, которая помогает нам реализовать все наши желания, улучшить все сферы жизни, улучшить все аспекты в нашем теле. И просто классная практика.